В эфире ваш путеводитель в мир выходных. Здравствуйте! Прямо сейчас расскажу, что приготовила Самара на этот первый весенний уикенд. Мужчины, внимание! В эти выходные у вас есть уникальная возможность исполнить мечты ваших дам. Например, подарив им любящее сердце. В Экспо «Волга» будет работать выставка «Друг человека». Около 100 кошек и собак из городских приютов будут ждать своего любящего хозяина. В Самарской областной научной библиотеке открылась выставка «Цветы не заговаривают первыми». Вернисаж посвящен Международному женскому дню. В экспозицию войдут более 100 работ, среди которых основное место займут натюрморты и женские портреты. Участницами выставки стали исключительно женщины и девушки, самарские живописцы и скульпторы. Посмотреть работы и вдохновиться можно до 4 апреля. В преддверии главного весеннего праздника Самарский художественный музей представляет тонкую по колориту и лиричную по настроению выставку «Загадай желание». Успейте увидеть до 4 апреля. За день до Международного женского дня в Горький центр предлагают обсудить права мужчин. История феминизма уходит корнями в эпоху Просвещения и уже дала плоды. Женщины получают высшее образование, занимаются бизнесом, идут в политику, служат в армии, занимаются спортом. А вот движение за права мужчин возникло только в 1970-е годы и вызывает резкую критику среди представителей сильного пола. Мужские интересы будет защищать Сергей Баландин. В музее Эльдара Рязанова 7 марта проведут лекцию об истории фильма «Служебный роман». Сказка, которую зритель перечитывает вот уже 44 года. Казалось бы, зритель помнит каждую фразу, каждый сюжетный поворот любимого фильма. Но в это воскресенье самарцам предлагают заглянуть за кулисы этого фильма. Праздничный джаз для прекрасных дам прозвучит вечером 8 марта. Мягкий голос, трогательные звуки трубы и чарующие гитарные переборы. Провести романтический вечер всех ждут на Ленинградской 77. Ну а на этом у меня все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!